Обзор по заказу трудящихся магнитиков. В общем, самый первый мой магнитик, это вот этот вот. Я думаю, что это все-таки или ежевика, или виноград. Ну, когда я его покупала совсем мелко, он назывался как смородина. Наверное, все-таки это ежевика. Потом у меня был магнитик, это я посылала какие-то вырезки от этого тортика и впервые в жизни выиграла вот в такой акции. Мне прислали магнитик, там был еще, я чуть-чуть его обрезала, там еще был такой блокнотик, но блокнотик уже давно вымер, а магнитик остался. Так, тут некоторые магнитики, которые я привезла из путешествия, некоторые мне привозила тетушка. Эта тетушка, мне не помню, откуда она привозила, они часто со школой путешествуют по России. Этот я привезла из Карелии. Первый раз, когда я туда поехала, в 2012 году. Вообще, я тогда очень много всего приволокла с Карелии. Это тоже с Карелии, это как раз на Киваче я покупала. Это у меня даже несколько кадров таких есть. Причем с двух поездок, и с 2012 года, и с 2013. Это с Костромы. Мы туда с Машкой ездили. Точно сказать не помню, в каком году. Можно смотреть по фотографиям. Если что, если вспомню, то потом напишу в информации под видео. Это тоже из Карелии. Это с первого заезда, с 2012 года. Так, это вот этот именно магнитик мне привезла моя тетушка. Кто тут у нас? Кирилло-Белозерский монастырь, кажется, года два назад. Вот это у меня был, наверное, третий мой магнитик. Но это я считаю, что коллекция обезьян. У жены всегда на одного ребенка больше, чем у мужа. Еще была магнитик-обезьянка, еще несколько магнитиков было просто тут уже купленных или кем-то подаренных. Но у них, скорее всего, чаще всего отваливался сам магнитик, а картинка где-то лежит. Дельфинчик у меня был, еще что-то. Это мне в прошлом году Машка привезла из Пскова. Вообще она хотела поехать со мной, но у меня были немножко другие планы по поводу поездок. И в результате мы впервые ехали каждый сам по себе. Точнее, я в Казань поехала, куда она не хотела, а она поехала в Псков. Это с прошлого года, с мая. Сынкович, это Белоруссия. Вообще у меня очень много было подобных магнитиков, после чего я перестала их просто привозить, потому что... Она покупала всем, кто просил, но в результате кто-то не забрал, кому-то не понравилось. Ну и они у меня лежали, пришлось уже просто кому-нибудь так раздавать. В прямом смысле, некровной родне, потому что некровная родня любит магнитики. Это из Казани. В Казани я все-таки привезла магнитик. Моя любимая Кул-Шариф. Это из Царицына, куда я ездила сначала с Ксюшкой, а потом через год поехала уже с Димой. С Димой, когда я гуляла, у меня почему-то не возникает желания покупать магнитики и вообще что-либо. Это Кондопога, когда я ездила в 2013 году уже с Ленкой на 10 дней. Ну, у нас вместе с дорогами вышло 11. Это из Таллина. Я в 2014 году там была. Это у меня из Калининграда, в этом году, когда я ездила, мне подарила его Саша Житова, моя подруга, которая сейчас там живет. Саша, если ты меня смотришь, то тебе привет. Рукой помахать. О, привет. Так, эту матрешку, откуда она у нас? Калуга. Туда, я не знаю, кажется, все-таки ездила моя тетушка, потому что какие-то магнитики есть Машины. В общем, это из Калуги. Я туда еще не попала. Эти магнитики... были в пачках чая «Беседа». Я в свое время раньше их все покупала, просто из-за магнитиков. Хотя чай сам по себе, ну, на безысходность, на сессии и такой чай сойдет. И там было 4 таких разных, но мне, по-моему, красный-то только не попадался, в основном по парам. У меня каких-то было даже 3, у меня сестра их забрала. Этот мы с ней были, с Машей, сейчас вспомню, во Владимире, и там нам попалось в каком-то молоке вот такой магнитик, и Маша дала его мне. Как раз мы тогда жили в хостеле, в протестантском. Там с одной стороны была церковь, с другой стороны протестантский хостел. На самом деле очень такой уютный, и там никто никого не агитировал, куда кем-то стать. Это мне магнитик прислала Анька в первой посылке, которая из Владивостока. Так, это мне попадалось, вообще мне были как в свое время девчонки, и они мне часто такие, ну, с которыми я дружила на тот момент, года 2-3 назад, они ко мне приходили всегда с шоколадом к чаю, ну, с меня был чай, с них был шоколад.
или что-то к чаю. Они приволакивали такие шоколадки Фельтита, и в них были магнитики, и чаще всего магнитики оставляли на моем холодильнике. Это карта Карелии с моего первого приезда туда. Я тогда очень много привезла на самом деле этих магнитиков. Часть у меня, ну какая-то часть, несколько магнитиков у меня до сих пор не наклеена, где-то еще лежит. Ну, я, если что, могу потом как-нибудь постараюсь найти. Так, по-моему, я еще не все проговорила. Да, вот это Макарьево. Это когда я ездила на теплоходе 2 года назад. Круиз был по Волге. Теплоход «Космонавт Гагарин», я ему еще дурацкий стишок посвятила, который пришлось читать. Точнее, пришлось выступать в Карабахе, и надо было что-то читать, и вот пришлось написать этот дурацкий стишок. Так, кажется, я тут вот именно на этой стене все уже оговорила, но у меня родня, в основном бабушка, вопит, что вот столько всего клеишь. Так, и вот тут вторая часть магнитиков. Это Анапа мне привезла Дана, та, которая шоколадки приволакивала. Она туда ездила, я туда не поехала. Просто у нас совпало так, что я поехала на теплоходе, а она поехала купаться, отдыхать. Это вот все эти Фельтиты. Это Севастополь, это мне привезла тоже Дана. Когда он еще был украинским Севастополем. Это, так, правильно ли тут, черно-белая фотка того, как выглядел Калининград до того, как он стал частью России. Это мне прислала, может, 2 года назад Саша Житова письмом. Это магнитик «Романовская овца», это Тутаев. Я его покупала, когда мы отмечали наш диплом с девчонками, с Олесей Любой. Ну, если вы вдруг меня будете смотреть, девчонки, привет вам. И вот я тогда купила магнитик, гуляя по Тутаеву, как раз в день нашего выпускного. Основная часть нашей группы пошла куда-то там пить в ресторан, а мы собрались и поехали в Тутаев гулять. Этот мне магнитик подарила моя культурологическая подруга, которой 78 лет, тетя Валя, которая приезжает в Ескино из Москвы на лето. Она увлекается театром, она вообще, помимо прочего, работала и в театре, и училась, кажется, она в ГИТИСе в свое время, помимо еще какого-то института культуры. Так, это у нас Приморье. Это мне Анькин тоже магнитик, вот с первой посылки, та, которая из Владивостока. Так, этот мне Катюня привезла из какого-то своего путешествия, из какого я уже не вспомню. Ну, вот такой магнитик этого Кузьки. Так, вот этот магнитик у Машки точно такой же. Я привезла из Карелии, кажется, с первого своего путешествия в 2012 году. Вот он, поближе его покажу. Лосик. Этот магнитик я получила в прошлом году на семинаре художественном. Искусствотерапия или что-то такое, точно не помню, но если кому-то интересно, я скину ссылку под видео, поставлю или в комментариях на альбом, вот где мы с Машкой рисовали художественная терапия. Ну и Светлана Большунова, кажется, это вот ее картинка, и она раздавала в первый день календарики и магнитики. Это снова очередные эти Фельтиты. Собери, называется, коллекцию. Это очередной Севастополь, тоже от Данки. Этот магнитик я привезла тогдашнему своему парню, с которым встречалась. Но так как что-то не получилось именно в нужный момент встретиться, передать, а потом мы разошлись во мнениях, можно так сказать, я его оставила себе. Я тоже его привезла из Тутаева, купила как раз вот день, когда я эту овечку. Парень был верующим. Ну, а я не очень. Точнее, вообще нет. Так, это Калязин. Мне его, кажется, наверное, Данка привезла. Или кто-то из них. Ну, в общем, кто-то из девчонок подарил мне его. Так, это что у нас? Это Гродно. Это когда я ездила в Белоруссию в мае прошлого года. Вообще, в Гродно очень классно. Такой шикарный город. Мы тогда попали даже на байкерское течение. Там русские байкеры и не русские ехали, в общем, поддержать этот тур, который у них там был, «Ночных волков», кажется, в честь победы. Так, это Рускеала. Это тоже Карелия, и с моего первого прибытия с 2012 года.
Тут деревяшечка там, ткань такая. Это у нас очередной Калязин. Все-таки мне его, наверное, Данка приволокла. Если не Данка, а Женька, ну, если вдруг та или другая будут смотреть видео, то пусть они меня поправят. Этот магнитик, мухоморчик, там еще был, кажется, зайчик. Зайчика я подарила Машке. Я привезла в прошлом году, когда ездила в Казань, мы заезжали, у нас был по туру программа Йошкар-Ола и Мариэл. И вот это как раз, точнее, Мариэл и Йошкар-Ола и Чебоксары. И вот это как раз из Мариэл, из Йошкар-Олы. В музее, где у нас была экскурсия историческая, я как раз там купила такой магнитик. Это мне дали на открытие Атака. В прошлом году, кажется, у нас открылся этот Атак. Машин благоверный поволок нас с ней на открытие. Там давали ручки, пакетики, футболочки и вот такие магнитики. Так, что у нас дальше по курсу? Это гранит, это русский алым. Тут фотография, соответственно. У меня, кстати, есть тоже фотографии просто сделанные там. Вот этот зеленый мишка. Да, красненького у меня не было. Это вот подобный магнитик, как вот, вот здесь, тоже от тети Вали. Это у меня из Рязани от Маши. Она туда ездила с обществом слепых на какую-то олимпиаду. Это очередная Анапа от Данки. Так, это что у нас такое? Это тоже Владивосток от Аньки с первой посылки. А это карта Плёса. Мы в 2011 году были с Машей там. Потом я еще была два раза там уже, когда ездила на теплоходе в 2014. Так, вот такие вот у меня магнитики на холодильничке. Вот даже сфокусировалась. Надеюсь, я запрос выполнила. Ну и если вам это было интересно, то спасибо за просмотр и пока!